Ну, однозначно сложно, наверное, сказать, так как по рисунку, наверное, вчерашняя игра, к сожалению, которую мы проиграли, наверное, в первый тайм вот здорово отыграли, но не добились положительного результата. Во втором вышли другие ребята и немножко смазали, если честно. А первую и третью сегодняшнюю игру, вроде бы не показав чего-то особенного, выиграли. И поэтому говорю же еще раз, однозначно тяжело оценить. Нет, с третьего года ребята у нас сегодня играли, 9 человек, и все сыграли. А вчера у нас, ну, ключевые ребята, которые уже играют за молодежную команду, они сыграли один тайм всего. И, к сожалению, те ребята, которые стучатся в молодежную команду, не показали того, чего могли бы показать во втором тайме. Сейчас мы в воскресенье уезжаем в Екатеринбург на две игры с екатеринбургскими командами по первому году. Затем по приезду едем 5 числа в Нижний Тагил, уже играем по своему возрасту две игры. И у нас остается одна игра домашняя с Академией футбола.